Всем привет! Запомните этот день. 24 мая в широкий прокат выходит долгожданный спин-офф культовой космической саги «Звездные войны», который на этот раз расскажет о юности Хана Соло, о его знакомстве с Чубаккой и о первых приключениях в далекой-далекой галактике. Те, кто до сих пор не купил билеты на киносеанс, успевайте, поговаривают на «Звездные войны» настоящий ажиотаж. Дам тебе один совет. Если в каждом видеть предателя, тебя никто не разочарует. Новая захватывающая история из вселенной «Звездные войны» расскажет о похождениях юного космического сорвиголова Хана Соло и его верного напарника Чубакки, и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой галактики. Те, кому удалось посмотреть картину, потрясены профессионализмом, с которым авторы подошли к созданию фильма. Каждая сцена – увлекательная история, глядя на которую захватывает дух. Ну а далее у нас полнометражный режиссерский дебют Кэрри Кеннона под названием «Секса не будет». На Rotten Tomatoes фильму поставили 6,8 баллов из 10, а Metacritic поставил фильму 78 баллов из 100. Ну что ж, на мой взгляд, это неплохие оценки. Пойдем его смотреть. Помню, как держал эту принцессу на ладошке. Кайла скоро станет женщиной. Ты привыкай к этой мысли. Вот же. Спасибо, а я везде ищу. В центре сюжета фильма «Секса не будет» оказываются трое родителей – Лиза, Хантер и Митчелл. Их дети выпускаются из средней школы. Узнав о планах своих детей относительно выпускного, Лиза, Хантер и Митчелл разрабатывают секретную операцию, чтобы не дать им наделать ошибок. Очень поучительный и в то же время смешной фильм. На третьем месте американский драматический триллер «Круги дьявола». Снял этот ужастик режиссер Кевин Гроттер, который уже выпустил в мир такие фильмы, как «Пила 2», «3», «4», «5», «6» и «8». Так что, если вы поклонник этих криминальных ужастиков, то фильм «Круги дьявола» вам точно придут по вкусу. Действие фильма происходит в 80-х годах прошлого века. Семья привлекает известного специалиста по оккультным наукам, чтобы вытащить сына из зловещей секты, одержимой культом насилия. Но в попытке остановить процесс захвата его разума, семья оказывается запертой в загородном доме в глубине леса и окружении безжалостных сектантов, решивших вернуть пропавшего члена своей секты. А для семейного похода в кино я предлагаю обратить внимание на мультфильм отечественного производства под названием «Садко». Главный герой анимационного проекта, как вы уже смогли догадаться, веселый и очень симпатичный парень Садко. Ему предстоит бороться за свою любовь и не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но, как всегда, добро победит зло. Хотите увидеть этот мультфильм и многие другие? Что ж, тогда участвуйте в розыгрыше билетов от Cinema Park, где IMAX по цене 3D. Для этого вам нужно зайти в группу «Утро с вами» под свежим выпуском рубрики «Время кино» написать три простых слова «Хочу в кино». Имя счастливчика выберу не я, а генератор случайных чисел 28 мая в понедельник. И пусть победит самый счастливый и удачливый. И всем пока-пока. Не скучайте. До следующего четверга.